У нас в гостях Наталья Доркина. Наталья – представитель компании «Ягоды Карелии». Наталья, скажите, пожалуйста, чем уникальна ваша продукция и что вы привезли сюда на эту выставку? Наша компания является производителем ягодной продукции. Это из натуральных диких ягод, без консервантов и искусственных добавок. Наша сейчас новинка появилась – это сублимированные ягоды в виде таблеток, а также сублимированный мед, натуральный мед с сублимированными ягодами. Да, это не суфле мёда, это натуральный мед с ягодами, все витамины обязательно будут в меде. Скажите, пожалуйста, какие задачи перед собой вы ставите на данную выставку? Что хотите подписать, может, какие-то договора или хотите договориться об экспорте вашей продукции? Ну, мы работаем по всей России, также у нас есть и экспорт за рубеж, мы работаем со всеми почти что федеральными сетями, да. Конечно, хотелось бы заключить контракты и с остальными, потому что мы представлены также X5, Лента, Кея, Метро, ну, Ашан, хотелось бы еще с другими заключить, остальными. Я думаю, что побольше узнали о нашей продукции, о наших новинках. На стенде у нас представлены также все новинки, которые 2020 года. Ребят, рекомендую вам ягоды Карелии, очень вкусно. И натурально.